своими глазами. В ночь с 12 на 13 августа можно наблюдать звездопад Персеиды. Метеоритный дождь, который ежегодно происходит в августе, называют звездопадом Персеиды. Это явление называют самым известным звездопадом из-за огромного количества падающих с неба звезд. Отметим, что период звездопада начался еще с 15 июля 2019 года и закончится он 17 августа. А самая звездопадная ночь ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Также заявление можно будет наблюдать перед рассветом 11 или 12 августа, передает rbk.ua со ссылкой на Space.com.